Короче, это вопрос возникает. Маленький? Вон, видишь, что такое? Давай, на фоне. Ну хватит. На фон Димон не будешь танцевать? Нет. На YouTube попадешь, у него там миллионы просмотров. Нет, кто это? Да у него одни иностранцы смотрят, арабы. Ага. Мне такие не надо.
красиво? А завтра вот все. Вставайте с нами. Он потегать может вашего сына. Ну, то есть написать имя. Славик МТВ, сейчас давай ходить напишем, а вы ему сфоткаете. Где Димон? Димон, напиши. Славик МТВ напиши в ТикТоке. А у него много подписчиков. В смысле, вы ведете в смысле ТикТок? Я думал, просто Славик 2 года уже ведет ТикТок, это вообще... Это надо снимать все. Привез укроп. Да. Последний урожай собрали. Мы это тоже недавно укроп собрали такой. Вот. Оль, покажи. Он вообще. Вот я кому-то сброшу, как написать там. Он такой. Димон, будешь смотреть? Ну а утром мы все как выложим. Мы пошли на страницу. Все, подожди, как Славик МТВ. Ну да, все вроде просто. Да, тут вообще все просто. Ну, надо снять тогда это. А как... студию вы посмотрите как. Так, мы будем ставить. Он только начал говорить, но говорит очень много. Ну что, пишем, снимаем? Да, давайте. Что нужно сделать? Ничего. Здесь? Подожди, а как скинуть-то? Есть другая еще вкуснее, это сама. Да, возьми, он стоит. Репост поставь сторис, репост назови по фото.